Вы смотрите видеообзор украшений интернет-магазина украшений из натурального камня Азурит. Сегодня я покажу вам некоторое количество колец из нашей новой коллекции. Вот посмотрите. Это кольцо из чароита. Очень красивый фиолетовый камень. Тут еще такие черные вкрапления. Сейчас настроится камера. Вот такое вот колечко. Очень красивое. Вот так вот смотрится, если его одеть. Вот. Далее. Еще есть кольцо тоже из чароита, вот такое. Все украшения, которые вы увидите в данном видеообзоре, можно у нас купить. Размер колец мы сделаем такой, какой вам нужен. Вот такое вот кольцо, тоже чароит. Очень насыщенный такой фиолетовый цвет у него. Прекрасное кольцо. Далее тоже кольцо из чароита. Чароит забайкальский. Вот такое оно побольше будет. Красивое колечко. Все кольца в этом обзоре будут на подставке. То есть, видите, здесь такая конструкция, что перед кольцом есть вот такая вот подставка. Вот. Это нужно для того, чтобы свет проникал в заднюю стенку кольца и немного его подсвечивал, если оно прозрачное. Далее, солнечный камень, кольцо с солнечным камнем, вот такой вот камень. Все камни в данных кольцах натуральные, сплав из которого сделано украшение, это ювелирный сплав с добавлением серебра, гипоаллергенный. Вот, видите, как поблескивает солнечный камень. Сейчас как раз солнечная очень погода. Вот он на солнце вот так вот поблескивает. Прекрасный камешек. Вот такое вот кольцо. Достаточно большое. Далее. Кольцо с маховым агатом. Вот такое вот колечко. Оно поменьше будет, чем последнее кольцо, перед этим, которое было. И такой вот красивый камень. Это маховой агат. Вот. Вот, видите? Смотрится, если его одеть. Очень красивый камешек. Далее, следующее кольцо у нас тоже с маховым агатом. Вот такой вот камень. Тоже очень красивый. Тут целый такой пейзаж. Похоже, как будто деревце стоит. Тоже оно на подставке. Сейчас настроится фокус. Камера, алло. Вот. Вот так вот оно смотрится, если его одеть. Одену с маховым агатом оба кольца, чтобы вам можно было сравнить. Видите, они
разные по размеру. Такие прекрасные колечки. Далее, следующее кольцо у нас. Это кольцо с раухтопазом. Вот такой вот красивый кварц. С включениями. Это натуральное включение. Вот такое красивое кольцо. Видите? Вот здесь вот играет роль то, что кольцо с подставкой, потому что камень освещается как бы солнечным светом и снизу в том числе. Если бы оно было без подставки, солнечный свет бы гораздо меньше проникал под заднюю стенку. Такое красивое колечко. Раухтопаз. Следующий камень. Это сердолик. Это тоже в этом случае такой немного прозрачный камень. Вот очень красиво. Такое вот он. Колечко. Все кольца, представленные в данном видео, вы можете у нас приобрести. Достаточно просто написать сообщение группы ВКонтакте. Следующее кольцо с сердоликом вот такой вот квадратной формы, тоже на подставке. Очень тоже красиво. Оно такое полупрозрачное, видите? Вот. Такой у него цвет необычный. Но это натуральный камень. Такой вот. Следующее кольцо с сердоликом будет с насыщенным таким оранжевым цветом. Ну, это вот такой вот. Еще есть сердолик вот такой вот, видите, у него насыщенный такой оранжевый, даже сколько-то коричневый, наверное, цвет. Он тоже на подставке. За счет этого камень будет казаться поярче сколько-то. Вот если его одеть, оно вот так вот смотрится. Вот прекрасное колечко. Одену кольца с сердоликом все, чтобы вам было можно сравнить по размеру, какие они. Вот видите, эти вот почти одинаковые, но это побольше. Это вот площади самое большое. Вот такие колечки. Очень красиво. Дальше. Следующее кольцо у нас идет с лунным камнем. Сейчас я вам его покажу. Вот смотрите. Это натуральный лунный камень. Он добыт на Урале. Вот видите, вот такой вот лунный камень. Там есть характерный этот эффект иризации, то есть внутреннего свечения. Камни на свету, видите, переливается так красиво. Это лунный камень, натуральный. У нас в магазине представлен как искусственно выращенные лунные камни, так и вот натуральные есть. Вот такое вот красивое кольцо. Давайте покажу вам его вместе с солнечным камнем. Вот это вот солнечный, это лунный. Покажу их вместе, чтобы вам было наглядней. Вот, видите? Такие вот они. Два камня. Камни натуральные. Очень красивые изделия получаются. Вот. Очень красиво на свету себя ведут.
Видите? Вот. Дальше. Амазонит. Кольцо с амазонитом. Камень амазонит. Очень красивый. Тоже такой. Зеленоватый он. С белыми такими включениями. Ну, такой рисунок. Тоже сколько-то на солнце переливается. Если вам видно. Вот. Очень красивый тоже камешек. Вот. Так вот он смотрится. Видите? Очень красиво. И у нас еще есть одно кольцо с амазонитом. Но это другой уже амазонит. Он более светлый. Но тоже амазонит. Такое тоже красивое очень кольцо. А так вот смотрится. Видите, какое оно большое. Массивное прямо колечко. Такого нежного цвета. Ярко-зелеными бирюзовыми включениями. И следующее кольцо, которое я вам покажу, это кольцо с агатом. Агатом перелифтом. Такое вот красивое колечко. Вот такое вот. Покажу вам его поближе. Такая вот задняя стенка. Передняя. Вот очень красивое тоже колечко. Пожалуйста, если что-то вам понравилось, заказывайте. Чтобы вам досталось именно то изделие, которое представлено в данном ролике. Потому что, если его купят, конечно же, второй раз мы такой уже не продадим. Потому что весь камень уникальный. И рисунок камня, он не повторяется. До новых встреч. Ждем вас снова за просмотром наших роликов. До свидания.